записывать видео. Но сами понимаете, когда прилетает шара, то нужно отложить все дела в сторону и записать видео. Давно, кстати, не было видео, но я думаю, будем с этим уже более-менее поактивнее. Итак, ребят, сегодня я хочу рассказать про монету AMP, которая торгуется на топовых биржах Bittrex, Poloniex, CryptoPia и HitBTC. Для тех, кто занимается криптовалютой, они понимают, что эти биржи довольно-таки топовые. И сейчас появилась уникальная возможность получить эту монету абсолютно бесплатно, да еще и в больших количествах. Я активировался на одной из бирж Bittrex, посмотрел монетку, вот вы видите ее. Она абсолютно нормально торгуется. Сейчас курс биткоина где-то в районе 10 тысяч, 10 там 11 тысяч. И очень легко проверить курс. То есть вот эта вот цена, это приблизительно полдоллара. Теперь как же ее получить? Под этим видео будет ссылочка, на которую вы нажмете. Вас попросят авторизироваться в Фейсбуке. Далее вы зайдете в сам бэк-офис. Вот так вот он будет выглядеть. Это аналог Ютуба. Здесь еще у вас будет рыженьким написано о том, что нужно еще раз подтвердить верификацию, и вы получили 10 монет ANP, которые стоят на сегодняшний день 5 долларов. И потом надо будет клацать на какое-то видео. Но если найдете мое видео, я сюда одно видео подгрузил, то клацайте на мое видео, мне таким образом добавятся монетки. И сейчас я хочу сделать полную регистрацию, то есть я попросил Facebook друга для того, чтобы просто пройти регистрацию, показать, как это делать. Кстати, сейчас еще там по моей ссылке один человек регистрируется. Я сейчас обновлю, может, мне уже дали монетки. Ну, пока не вижу. То есть за каждого человека, которого я зарегистрирую, дают мне 10 монет. То есть легко вы можете заработать, пригласив двух человек и зарегистрировавшись сами, вы можете заработать 30 монет, вывести их на биржу, обменять их уже сейчас и получить 15 долларов. Но я это делать, конечно, не рекомендую, потому что здесь это, конечно, не сильно видно. Сейчас мы зайдем на TradingView. Мы видим, что цена скакала до 2 доллара 60 центов, а тогда биткоин, временной фактор, наверное, вот здесь это было. Ну, то есть, если по отношению к биткоину, то она стреляла, по-моему, до 5 баксов, если не ошибаюсь. Временной фактор просто надо сравнить. Это 16-й год, сейчас, секундочку. Да, вот, это лето. Летом биткоин стоил дешевле. И вот здесь, да, наверное, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов, она просела. Ну, ничего, все равно, грубо говоря, там в районе доллара полтора она уже стреляла. То есть сейчас понятно, что по всем альтам идет разворот. Вы видите, да, глубокая коррекция после падения биткоина. И сейчас и сам биткоин разворачивается опять на рост, и все монеты за ним будут разворачиваться. То есть я рекомендую, если, конечно, вам не горит слить свои деньги, то подождать хотя бы X4, X6 от этой стоимости, то есть X8 даже прогнозируется элементарно. То есть, если взять вот эту линию тренда, которая была перед... Плохо мне здесь показывается, я не знаю, как включить эти индикаторы. Но смысл в том, что если провести вот так вот линию роста, да, то есть, конечно, она была сломана, и нужно будет наблюдать, пойдет ли она дальше вверх или нет. Но если монета обновит предыдущие хаи, то она будет стоить в районе 5 баксов. То есть, X8, X10 она может сделать элементарно. Поэтому смотрите сами, что вам нужно сделать. Пригласите как можно больше людей сюда по своей реферальной ссылке, заработать максимальное количество этих монет, вывести на любую биржу, либо Bittrex, сейчас где-то у меня была там картиночка, либо Poloniex, либо HitBTC, ну, CryptoPia, может быть, если у кого есть. Но у меня вот есть Poloniex, Bittrex и, в принципе, все. У меня больше других бирж нет. Ну и желательно подождать и сделать большое количество иксов. К примеру, если вы пригласите 10 человек, это на сегодняшний день будет 50 долларов, плюс ваши, да, 55 долларов. Но если вы подождете, то эти деньги может превратиться уже в 500 долларов. Поэтому смотрите сами, сколько людей сюда пригласить. Итак, давайте перейдем к самой регистрации. Как это сделать? Ваша ссылочка будет вот здесь. То есть нажимаете на монетки на свои. Здесь пригласить друга. Вывести. Вот эта кнопочка будет. Пригласить друга. Появляется ваша реферальная ссылка. Вы нажимаете скопировать буфер обмена. Теперь я попробую зайти через другой браузер и зарегистрировать другого человека еще раз. Здесь мы нажимаем присоединиться. И нас просит авторизироваться через Facebook. Нажимаем, что мы не робот.
Дорожные знаки указываем. Нажимаем «Далее». Так, еще раз. Не прошел проверочку. Итак, я не робот, я прошел. Нажимаем «Авторизироваться через Facebook». Если вы не авторизированы в Facebook в этом браузере, то ввозите свой логин и пароль. Итак, мы авторизируемся. Разрешаем другим приложениям использовать Facebook. И продолжить как Александр. Ну, это в данном случае не мой аккаунт, потому что я уже... Итак, нажимаем «Продолжить как Александр». Это не мой аккаунт, потому что я уже авторизировался. Итак, ребят, как я не пытаюсь, меня не пропускает на вторую регистрацию. Это говорит о том, что несколько регистраций с одного аккаунта сделать у вас не получится, таким образом заработать побольше денег, да, потому что легко можно собрать там 4-5 фейсбуков у своей семьи. То есть, возможно, это нужно сделать с разных компьютеров, то есть пробовать, понятно, можно. Пробовать, конечно же, можно, но дело в том, что у меня вот на этом устройстве конкретно идет запись, поэтому я не могу переключиться на другой ноутбук. Поэтому еще раз, что нужно сделать? Значит, понятно, авторизироваться через Facebook, нажать там «совсем согласен», вы перейдете в бэк-офис, уже будете здесь авторизированы, вот здесь сверху вам напишет, что вы получили 10 монет, и для того, чтобы их получить, вам нужно еще раз авторизироваться через Facebook. Нажимаете на эту ссылку, тоже совсем соглашаетесь, и у вас вот здесь вот в бэк-офисе появятся вот эти вот 10 монет. Далее берете, как я вам показывал в начале, реферальную ссылку, приглашаете других ребят. Обязательно, конечно же, добавьте свое видео. К примеру, вот кто-то разместил видео, и уже это видео набрало 5000 IMP. Ну, это, в принципе, означает, что $2500 человек заработал. Понимаете, да? То есть, одно видео, можете много видео добавить. Я сейчас опять попробую зайти в свой бэк-офис и показать вам, как добавлять видео. Фух, кое-как завел еще один аккаунт, ввел почту, новый логин и пароль, меня пропустило. С Фейсбука два раза не пропускает, потому что они отслеживают, видать, историю. И, в общем, второй аккаунт получилось завести только благодаря другой почте. Итак, ребят, вот у меня, получите свою учетную запись, проверьте, точнее, свою учетную запись, получите 10 IMP. Нажимаем сюда. Но здесь, видите, все равно просит авторизироваться через Facebook. Поэтому этот вариант все равно у меня, скорее всего, сейчас не пройдет. Но я хотя бы вам показал следующий этап, как это сделать. Давайте все-таки попробуем. Там у меня сейчас авторизирован левый Facebook постороннего человека. Ну и кнопочка, видите, не нажимается. В общем, у вас все получится, если вы будете делать это один раз. Далее загрузите свое видео. Вот здесь вот есть инструкция. Вот сюда вставляете ссылочку. Сейчас любое видео выберем. Так, я чистил историю, в общем, я вылетел. Ну, какая разница, любое видео ставим, представим, что это ваше видео с вашего канала. По-моему, можно даже чужое видео здесь ставить, это все равно не влияет ни на что. То есть, если у вас нет своего канала, то вы можете чужие видео какое-нибудь интересное вставить, вирусное, его будут смотреть, а деньги будут в бэк-офисе начисляться вам. То есть, копируем вот эту реферальную ссылку, копировать, заходим в бэк-офис, нажимаем «Вставить», вот, «Предложение просмотра» нажимаем, вот, и вы должны, чтобы его подтвердить, нужно одну монетку отправить, тогда оно появится в просмотре. То есть это, видать, какая-то раскрутка с помощью вот этих же монет. Так, я этого делать не буду, суть, я думаю, понятна. Теперь я выхожу из своего бэк-офиса, нажимаю «Выход», из вот этого создано. И давайте попробуем зайти в основной бэк-офис, потому что у меня это сразу не получилось авторизироваться. Так, отлично, уже предлагают сразу логин и пароль. Итак, ребят, я, в общем, вернулся в свой бэк-офис. У меня уже начислено 18 монет. Пишите, пожалуйста, под видео, получилось ли у вас зарегистрироваться или не получилось. Если что, звоните мне на WhatsApp, Viber, сразу же, если что, звоните в Skype, то есть не нужно добавляться в друзья, потому что сейчас очень много спамеров, и в Skype мне каждый день там по 50 человек добавляется, просто не понимаю, кто из них роботы, кто из них реальные люди. То есть сразу звоните, у меня открыт доступ,
на любое направление, проконсультирую, потому что я заинтересован получить тоже максимальное количество этих монет, через время продать, получить там, ну, хотелось бы, да, то есть хотелось бы пару тысяч долларов, может быть, даже если получится, если это видео хорошо разойдется, то есть ставьте лайк, чтобы это видео популяризировать, то много людей, если, конечно, увидят, то здесь можно заработать, может быть, даже и десятки тысяч долларов, ну, посмотрим, как пойдет.